Открываешь дверку, а на улице второй Jingle Bells. Ничего себе. Смотрите, снег идет, офигеть. Зима продолжается. Чума. Смотрите, какой вообще прикольный снег. Вау, кайфово. А еще кайфовее, что я наконец-то купил этот велокрепление для машины и багажник на крышу. То, что чтобы перевозить велосипед. Его же, ну, я же не буду его постоянно возить в этом, как его, в багажнике. Вот, поэтому на вот эти вот интегрированные рейлинги, которые на моей машине есть, я купил себе велобагажник. Вот. Но, конечно, не такой, потому что тури на самом деле, блин, дорого стоит. Тури вообще охренеть дорого. Притом те, которые аэродинамические, чтобы вот они не выходили за вот эти вот, к примеру, чтобы было красиво еще, знаешь, так эстетически, стоят, ребят, 28 косарей. Представляете, 28 тысяч рублей стоят прикольные вот эти вот, не рейлинги, конечно, перекладины тулевские, называется Wind Edge. 28 косарей. Что с этим миром не то? Ужас. 28. Охренеть. Взял, ребят, аналог. Слушай, офигеть, смотри, снежок какой. Очень красивый. Взял аналог от компании Turtle. Сейчас покажу. Так вот. Ставить, наверное, буду. Наверное, как это, зима пройдет, сейчас смысл ставить. Купил такие вот Turtle, называется тоже Air 2. Черного цвета взял полностью, то есть у меня вот это все будет черное. По идее, должно выглядеть неплохо. Ну, посмотрел, неплохой аналог, стоит 8 тысяч рублей. Уже не помню, 8400 что ли. И взял крепление. Туревское, есть самый дешевый Freeride называется, я взял ProRide. А, так вот, короче, крепление взял ProRide, оно стоит 9990, такое вот новое решил взять. Короче, в итоге весь комплект вышел на 18 тысяч рублей, вот. Его, наверное, тоже пока, наверное, открывать не буду, вот. Ой, Тёмка, будем так вот перевозить. Чик. Ну, здесь штанга цепляется за раму и колёс крепится, и все. Вот. Будет такая красота. Сейчас пойду отнесу все это дело в гараж. Вот. Решил взять полностью черные. Не знаю. Решил, что это будет необычно. На белую крышу полностью черные взял. Чтобы это контрастировало. Контраст, короче, был. Вот, потому что... Может, крышу можно это... Как ее, в пленку затянуть черную тоже. Я где-то так видел. Но я не знаю. Вот здесь вот... Вот эта, конечно, часть полностью все в черную пленку делают. Давай, давай, Ольга, выходи. Ой, кстати, надо это. Сейчас. Чек же. Победили пока. Уже не горит. Что-то там смазали какой-то смазкой. Контакты. Ребят, контакты смазали смазкой. Все, чек не горит. Победа! Победа! Представляете, победа. Смазали смазкой, все. Чек исчез. Так, где тут? Вон он. Красавчик стоит. Приветики. Я всегда, кстати, думал, что это Gran Turismo GT. Но потом, когда нормально уже почитал, что это Гэри Томас. Ой, или... Опять, блин. Забыл, короче, это аббревиатура от имени Гарри Томас, Генри Томпсон или что-то такое. Вот. Красавец. Будет кататься на крыше машины. Так что будет вот так, хопа. Так... Все. Все, короче, закупил. Все. Крепежки есть, велик есть. Осталось только научиться ездить. Я сейчас решил стрим заделать. Смотри. А Александр прислал 99 рублей. Сегодня разыгрывают, кстати, у нас два приза, получается. Вот такие вот. Это зарядная станция. Еще вот такие вот часики. Часики, как раз, которые вот у меня тут стоят, вообще топовые. Вот. Сидим, общаемся с народом, используя вот этот Elgato Wave 3. Микрофон. Очень мне прям он понравился. Реально прям топовый. Про то, что и сенсорное управление классно себя чувствует. А именно вот на этом, на компьютере, вот на этом нормально работает. А московский компьютер, я вам чуть попозже расскажу, но там, короче, был какой-то перегруз по USB. Вот. А так можете сами себе передать привет в чат.
Так, вот, ребятушки, пишет, мама, я в Ютубе. Кстати, вот, смотрите, днем, когда я трансляцию завел, то есть какие-то такие, смотри, непонятные скачки были, 263 зрителя, потом Ютуб такой, знаешь, опять что-то, видимо, не стал продвигать, потом такой опять, хопа, то есть 290, что это? Ютуб, с тобой все нормально? Сейчас должен быть еще один скачок, по идее. Это как акции скачут, да. Удивительно, что такое с Ютубом происходит. Вот смотрите, ребят, какой сегодня YouTube интересный. Что-то YouTube странное мутит. Смотри, он такой это. Тик-тик-тик-тик. Что это? YouTube, что с тобой? Так, провел стримчик. Вышел на улицу. Ой, ё, скользко как. Короче, у нас тут это. Вот здесь задержатели снега установлены. И все нормально работает. Но, сейчас вам покажу. Здесь произошла такая тема. Вон, смотрите, видите, как выгнуло? Это из-за того, что вот отсюда сверху, вот оттуда съехало что-то большое. А ну-ка, сейчас. Опа. Вот здесь вот тоже задержатель вон начинается. Я уже показывал. Вот. И здесь нормально вот это весь Эверест, он держится. Но здесь мы уже не ходим. Получается, вот оттуда что-то сверху съехало и прямо вот сюда звездануло. И поэтому здесь прям вообще выгнуло даже металл. Что-то какой-то вот... Вон, смотрите, видите, как криво? Офигеть. Какая же здесь сила удара-то была. Уже, смотрите, даже время 5 часов вечера, а еще даже не темно. Офигеть. Уже прям вообще лето практически. А к лету нужно будет докупить, блин, бассейн. Вон там вот летом опять будем бассейн ставить. О, Артемий Ильич бежит. Так, Горельчанский, что у нас тут? 250 градусов. О, картофанчик. Так, что у нас там все горит? Отлично. Так, все на максимум. Сейчас, Тёмка, будем здесь, смотри. О, ребрышки готовить свиные. Мираторговские. А ну-ка, сюда. Как ты? Нормально. Ну-ка, сейчас. Это из топ 15. С какой? На хлопчики. А, о, смотри. Хлопс. О. О, сейчас будут смолки рипс называется. Давай, скажи, что тебе дадут ребенка. Какого ребенка? Вот этого. А, вот этого ребенка? Не, ну ты же мой ребенок, чё? Я полностью согласен. Чё тут делаете? Смотри, улитку нашли. Ой, слушай, а правда, похоже на улитку. Прям вообще офигеть. Смотри. Круто! Слушай, правда, улитка. Кайф. Вот, надо будет, конечно, крет купить нам. Бассейн, наверное, новый. О, Тёмка, ты видел, какая луна? Видел. Офигеть. Очень крутая. Снега, конечно, в этом году выпало вообще просто куча. Ну, летний домик мы так и не открываем, потому что сюда не пройдешь, точнее, не откроешь эту дверь. А вот эта площадка, которую помост построили. Вот в идеале бы, конечно, если бы вот здесь вот был проход, чтобы туда вот в домик заходить. Потому что ты когда купаешься, здесь у нас вот эту мебель мы купили. Сидишь сверху, закрылся, классно получается. Я вообще думаю, прямоугольный может бассейн взять, а не круглый. Представляешь, Тём, сейчас немножко пройдет тут времени, будет это зелень. Офигеть. Вот. Стоит у нас там все. Закупоренный летний домик. Давай, вот здесь проход нужен. Давай, давай. Что там? О, вот. Короче, вложим с телефона. Очень, очень удобно. Сейчас еще. Вот. Ого. А сейчас пойдем посмотрим. Мне там еще, знаешь, что дерево привезли, Тёмка. Пойдем в гараж. Мне там. А, нет, мы здесь не пройдем. Там завалено. Пойдем. Мне в гараже дерево привезли. Вот уже свечерело. Блин, вот это на самом деле самая клевая была покупка. Вот этот прожектор, который ставишь. Вообще идеально. Все освещает. Все, что нужно. Так, здесь у нас летом будет водопровод. У нас их два. Один там. Второй сюда провели. Вот там прям по забору. Хоп-хоп-хоп. Здесь выходит. Значит, на лето вот планы купить новый бассейн, наверное.
туда вот будем устанавливать, потому что фильтр у меня уже есть. Надо будет, кстати, мне еще это баллон заправить, потому что газа нету, ничего не видно. Мы уже, как видите, вернулись в Москву Сити, даже диванчик разложенный. Так, сегодня снял обзорчик, его сейчас сижу монтирую. Сейчас, наверное, еще надо вот этот вложик-то замонтировать, вот так вот. Вот, спасибо, что смотрите, давайте, до новых встреч, пока. Подписывайтесь на канал обязательно. Уиньк.